Привет, господа! Сегодня мы запускаем новую рубрику, основанную на моей книге «Вечный календарь храма Джона Леннона». Так что милости просим. Сейчас прозвучат главные события нашей жизни, нашей музыки и, конечно, Битлз. Безусловно, наши любимые группы. И первым событием в сегодняшней программе будет воспоминание, напоминание о концерте Джона Леннона 48 лет назад в Торонто на фестивале «Возрождение рок-н-ролла». Это было в 69 году. И Джон Леннон выступил со своей группой «Plastic Ono Band». Потом этот концерт в виде пластинки, так как он, естественно, был записан на пластинку, он приехал к нам, в Петербург, в Россию. На следующий год, уже в 70-м году, Джон Леннон прислал эту пластинку синего цвета своему фану Коле Васину. Пиши мне. Я сейчас вам ее покажу. Вот эта синяя пластинка Live Peace in Toronto с автографом Джона. Вместе с календарем, который попал в эту же рамку. И с маленькой фоткой Васи Колина с этой пластинкой в руках после получения ее на почте. Вот так вот, ребятки. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, don't step on my blue face. Ну, следующий праздник у нас выход великого альбома Джона Imagine. 9 сентября вышел альбом, который потряс мир и стал гимном человечества. Imagine вышел в Америке 9 сентября 71 года. И что любопытно, через 6 лет произошло так или иначе связанное с Imagine событие. Джон Леннон именно в этот день, 9 сентября, сидел в Токио в своем номере гостиницы Hilton и наигрывал, и играл на гитаре. И когда он пел им «I'm just a jealous guy», вещь с альбома Imagine, неожиданно в номер вошли два прохожих, которые топали по коридору и вдруг услышали из номера музыку. Они, ни слова не говоря, вошли, сели на диванчик и слушали Джона. Пока Джон не допел «Jealous Guy», они не уходили. Потом так же тихо они вышли и продолжили свой путь по жизни. Вот, вот эта сцена. Джон Леннон в своем номере гостиницы «Хилтон». Итак, вернемся к 1 сентября 1967 года, когда Битлы начали свою эпопею с новой музыкой, с новой пластинкой Magical Mystery Tour. Именно 1 сентября, после тяжелых дней ухода в мир иной их менеджера Брайана Эпстайна, опечаленные Битлы собрались пообедать вместе в Лондоне, в доме Поля Маккартни, и пришли к совместному решению записать новую пластинку, записать новый фильм «Magical Mystery Tour». Вот это было 10 лет назад. Ladies and gentlemen, what you're about to see is the product of our imaginations, and believe me, at this point they're quite vivid. That's an end of the
next on the agenda? A song. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. И уже через 4 дня, 5 сентября того же года, 67-го, Битлы собрались в студии Abbey Road и записали самую безумную, самую шизоидную вещь Джона — «I'm the Walrus», «Я морж». Эта вещь стала знаковой вещью Битлов. Она в некотором роде как бы стала путеводной вещью. Она была и психоделичная, она была и безумна, она была и прекрасна. Ибо Битлз просто не могли выдать ничего менее крутого, чем в этот момент вещь, связанную с Брайаном, с их движением по жизни и с их прогрессом по жизни, конечно, по музыке. Следующий день, только 66-го года, Джон Леннон в Испании на съемках фильма «How I Want the War» написал «Жемчужину», один из своих шедевров, которые вошли тоже на эту пластинку «Magical Mystery Tour». «Strawberry Fields Forever» – это детская мечта Джона. Это приют. Детский приют в Ливерпуле, который Джон любил посещать в детстве, играть там, веселиться, общаться с мальчишками, бегать по парку. Это был великий джоновский экспириенс любви и свободы. Я много раз был на этой земляничной поляне и прошел. Я чувствовал себя мальчиком и пробежал, прошел, прополз по земляничной поляне Джоника, у меня было ощущение, что я ступал по его следам. И получилось так, что я принес эту идею в Санкт-Петербург, и мы здесь в 2003 году, мы, фаны Битлз, открыли нашу собственную питерскую земляничную поляну. Навсегда, тоже, конечно, навсегда. И мы также там по-прежнему продолжаем играть, веселиться, собираться под солнцем на этом чистом и добром месте и петь музыку Джона. Strawberry Fields Forever. Как итог и бонус нашего путешествия по музыке, нашего загадочного и таинственного путешествия по музыке Битлов, мы показываем вам, рассказываем о последнем достижении Санкт-Петербурга и фанов Битлз. Это храм Джона Леннона, идея которого появилась в 90-м году в Санкт-Петербурге. И в нашей эпопее 11 сентября наш храм значится как начало сна и проекта о храме у нас в Петербурге. Так что, господа, присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь на наш канал. Нам важна ваша поддержка. И помните, all you need is love.